Всем доброго утра! Люди занимаются спортом. Вчера был такой ужасный дождь. Ой, в машине, короче, жарко. Утром, интересно, у всех глаза шире, чем как в течение дня. Как ты их так расширяешь, наверное, чтобы не закрылись, да, не в очередной раз. Вот. Вчера такой сильный дождь был. И так все, знаешь, как и льется, потом раз, резко перестает. Опять льется, резко перестает. Я отвезла Тайлана в школу. Вообще здесь все, ну вы знаете, да, в Турции принято ходить завтракать. Есть специальные кафе для завтрака. Вот у меня есть одна подруга, которая безумно любит ходить и завтракать. К сожалению, я не завтракаю до тех пор, пока я не сделаю заряд, пока я не позанимаюсь. А позаниматься нужно обязательно. Если вы делаете... Я с утра все забыла, как это называется. А, ну вакуум, да, вакуум живота, если вы делаете, то даже воды пить нежелательно вообще. В общем, как так. Я в машине включила подогрев сиденья с утра. Что-то мне так стало так холодно. Мы еле-еле, как Таиланд, я еле разбудила. Что-то мы вообще еле встали. В такую погоду очень сложно вставать. Вот кто живет... Кто живет в холодном климате, я представляю, вот так, да, каждый день. Ой, этот, у нас показывали, знаете, так это когда очень-очень скользко, человек идти не может, и еще сильный ветер. Мне кажется, я бы от страха. Ну вот я иногда иду при сильном ветре, как и начинаю как будто бы задыхаться, мне дышать нечем. Представляете, а это еще как и идти не можешь, потому что скользко, да, и сильный ветер, и не удержаться, это вообще, наверное, страшно. Несмотря на то, что так прохладно, но настроение у меня, смотрите, какое-то белое. И вообще, хотела сказать про пончо, насколько это уютно, комфортно, знаете, так обернуться. Я сегодня какая-то такая мягкая, не знаю, мне кажется, такая нежная. Наверное, из-за того, что еле-еле проснулись. Здесь хорошее пончо. Вот я вам очень советую... Коттон, во-первых, недорого, пончо там 300 лир, а вот сейчас черная пятница, кстати, у Пенти почему-то пинг, розовая пятница, будут скидки, и оно будет стоить 200, в общем, оно будет дешевле, не знаю, там, по-моему, плюс... Это новые модели, поэтому на них там больших не будет, плюс 20, короче, 20%. Скидка только. Там Коттон набрал новых молодых дизайнеров. В общем, так классно. И у них классное. Ну, я этот показываю видео. Мне очень оно понравилось. Прям вот советую. Такое оно так хорошо, знаете, такое качественное оно. Такое тепленькое. Вот я, между прочим, несмотря на то, я тоже подумала его купить. 300 лир. И оно такого бежевый цвет. Правда, не только бежит с полосками. Ой, что-то у меня утром, как... Еще, наверное, я до конца не проснулась. Еще у меня язык... Не знаю, что сказать. А, сейчас кто-то удивится, скажет, что у тебя днем таких ярких губ не бывает. Чего эти с утра сегодня такие... А как... пока выключим, яркие губы. Это у меня, знаете, еще этот увлажняющая такая вот есть. Ну, вот видите, да, она как будто как течет, растекается вся. Это увлажняющая. Не знаю, что-то сегодня встала, как... И вот сейчас домой, кстати, приду тоже. И кремом, что ли, увлажняющим помазать лицо. Я вообще не люблю холод, и ночью я уже включила немножко обогрев. Ну, хотя, вот смотрите, дождь, такая влажность, да. Ну, не знаю, как-то, как немножко сухо было ночью, наверное, поэтому. И я безумно поздно легла спать, а это тоже сказывается. И я вчера пила очень мало воды. Поехали, вон пришли девочки, которые бегают и кормят собачек. У нас, вон там и кошечки. Кошки бегут за одной, собачки бегут за другой. Ой, кошечки тоже собрались все, но отсюда уже не будет видно. У меня дома, я тоже покупаю корм, тоже. Ну, в общем, знаете, у нас корм этот везде,
собак, иногда они тоже очень выборочны, какой корм есть. Не весь корм едят. Но самое интересное, что у нас есть такой дешевый корм именно для уличных животных. Он самый дешевый. У нас все как его могут купить. Вот в таких маленьких пачках специально он стоит 1 лир. Дети идут со школы, тоже могут купить, покормить животное любое. Вот. И вот этот корм они любят больше всего, чем дорогой корм, который, как вот до этого я покупала, я больше не беру. Потому что они его, не знаю, вот дешевый корм им больше нравится. Может, они к нему уже привыкли, честно, не знаю. Ну все, точно. Всем хорошего-хорошего настроения, хорошего дня. Как успехов сделать побольше, чтобы у вас было побольше работы, работы любой. Не надо бояться работы. Так, ладно, все, всех люблю. Целую, всем пока. И до следующих видео.